Привет всем! Сегодня вторая часть обзора кулонов, которых я купила недавно оптом у одного человека. Вот, по хорошей цене. Ну что, продолжим. Вот, потому что я не хочу слишком длинное видео делать, там по 40 минут, 50 минут. Поэтому я решила сделать вторую часть. Вот такой вот кулончик. Очень тоже интересный. Вот. Вот такой цвет. Такой вот тигровый глаз. И по бокам тоже такие бусины. Тоже интересно. Вот такой вот кулончик. Тяжелый такой. Скажите, пожалуйста, ну как называются эти камни? Как мне узнать, что вот каждый камень название? Я просто не знаю. Хочется тоже знать. Такой каплевидный. Голубой. Красный. Зеленый, темно-зеленый. Ну, обалденный, темно-зеленый. Не знаю, вам цвет камеры выдаст такой, какой я вижу, или нет. В общем, это темно-зеленый. Это речной. Тут что? Хотела сказать жемчуг. Нет, это не жемчуг, к сожалению. Это тоже камешек какой-то, и там тоже переливающий такой камень. Матрешечка. Такой кулон. Так, я хочу эту в сторону поставить. Сюда, чтобы мне это не мешало. Вот, такой вот кулончик. Это темный такой мед. Потому что мед, он же бывает разный. Светлый, темный. Вот этот темный такой. Вот такой интересный тоже. Камешек. Тяжеленький. Холодненький. Вот такой вот тоже очень интересный. Ну, почему бы нет? Я, например, покупаю камни натуральные, да, там у нас оптовые магазины есть. Вот, и там тоже такие камни есть. И горные, и такие названия. Просто забываю я. Но тоже есть они такие. Просто, знаете, у меня супруг, вот, например, вообще не разбирается в украшениях, камнях. Вообще ноль, ноль. Да, в коже он разбирается, потому что он с кожей работал. Но с камнями ноль. Честно говоря, я вот тоже вот не разбиралась, но хотя бы я понимаю на ощупь, на рыхленность, на какие-то там внутри такие вот, ну, что видно, что натуральное, да? Вот, и потом я уже покупала и снимала ролики, что я вот, ну, купила камни для украшений, да, вот там бусы делать. Я тоже плюс-минус уже как бы видела и ощущала, уже сталкивалась, да, с этим. Поэтому... Вот эти кулоны я купила, вот там говорят, вот Петра натурали, да? Петра это камни, да? Перевод с итальянского. Натурали, натурально, да? Ну вот. Скажите, пожалуйста, что вы думаете об этих кулончиках? Вот это тоже интересный кулончик, красивый. Оливковый вот цвет. Ну, знаете, он такой переливающий, непонятно, вроде бы как будто бы... медик, а вроде бы как бы оливки. Непонятно. Опять тигровый глаз. Видите, как он играет. Такой вот леденец. Лед. Цвет льда. Замороженного.
Это тоже такой темный янтарь, скажем так. Вот такой вот киселевый, мутный такой цвет. Вот это тоже интересное. Внутри перламутр. Он переливается. У меня уже такой был, еще один. Вот это тоже интересно. Очень интересный камень. Тяжеленький такой, прям массивный. Такой тройной. Тоже неплохой. Черный, перламутр и вот такой розовый кварц. Можно я так его назову? Так и хочется. А может быть, это и есть розовый кварц? Это тоже розовый. Вот такой вот. Прям видно, что здесь камушек. Шлифовали, шлифовали, и все равно здесь осталось. Видите? Вот такой вот тоже прозрачненький. Ну, красивые. И квадратники такой симпатичненький. Это тоже мне нравятся квадратники. Вот, мальчик и девочка. Пусть будут. Вот такой. Тоже симпатичный. Вот это тоже очень красивый цвет такой. Ну и форма тоже квадратная, миленькая. Тяжеленький. Зелененький. Тоже такой переливающий внутри. Ну, переход такой, узор камня. Интересно. Такого вот цвета у меня много. Я взяла, потому что по такой цене я потом не найду. Я взяла побольше. Хитрила. Быстренько-быстренько под шумочек. Красивый вот этот цвет такой, обалденный. Ой, какой красивый, какой красивый. Там присутствует и бордовый, и коричневый. Ужас, какой красивый. Завораживают камушки такие. Не знаю, стекло это или камень. Вот это вот в данный момент, я не знаю. Опять я достала в сторону. Мне это не мешало. Еще вот такой вот кулончик. Тяжеленький. Видите? Ну, еще вот такой кулон. Я не знаю, что это за материал, честно. Как он называется? Или пластик, или бакелит, или... Янтарь, я не знаю. Кто эксперт, можете мне сказать, пожалуйста, что это такое? Так вот. Тяжелый. Я просто вам показываю, что здесь выполнено мозаикой из тоже из натуральных камней, пластиночек. Следующая идет вот такая вот круглая, тоже мозаикой она вот здесь вот выставлена, мелкие вот такие вот кусочки камушек. Сяду чуть-чуть сюда в сторону, так. Ну, своеобразно, красивые, может, где-то восточные стиль, я не знаю. Вам виднее, скажите вы, пишите в своих комментариях, мне будет приятно. Вот это тоже такой цвет. Перламутра и здесь бирюза.
И золотое такое. Тоже очень такое ромбообразное, очень красивое. Крупное. Это тоже так красиво. И зелененькие, и красненькие. Очень красивый кулон. Еще вот такой. Тоже там мозаикой вот так вот выложены камушки. И металл. Интересно. Значит, вот такие вот кулончики. Металлические и здесь вот такие вот камушки. Еще один с красным, но здесь дизайн чуть-чуть другой. Видите? Такой каплевидной формы. Тоже мозаика. Тоже своеобразно красиво. Слоник тоже мозаикой сделан, очень красиво. Взяла для разнообразия еще один слоник, прикольный. Еще один такой кулон, зеленый камень, темно-зеленый. Здесь, значит, сережки. Я так думаю, что они куда подходят? Никуда, да? Ну, не знаю, такие вот сережки. Интересно, тоже мозаикой выполнены. Еще вот такие сережки. Тоже мозаикой выполнены. Сейчас видео снимаю поздно. У нас в Италии сейчас 12 часов ночи. Я уже сейчас спать пойду. И у нас, естественно, итальянцы шумят на улице. Кому спать не хочется? Такие вот сердечки тоже. Симпатичные. Такое кольцо. Тоже мозаикой выполнено. Так. Так думаю, что сюда оно подходит точно. Сюда тоже подходит. Сережечку тоже подходит. Регулировать можно. Тоже такой же формы, но внутри цвет другой. Макарочка. Такой вот колье. Ну, не знаю, я просто взяла его и все. Тоже здесь натуральные камни, жемчуг. И металл такой вот, винтаж сделан. Так вот уберу чуть-чуть в сторону, как всегда, чтобы мне здесь не мешало.
Вот такие вот браслетики. Тоже натуральные камни и жемчуг. Натуральный жемчуг. Вот такой вот браслетик. Второй браслет. Видите, зеленые камушки. Здесь красные. Посередине красный. Здесь жемчуг. Здесь и зелененькие, и зелененькие. И тоже жемчуг. Жемчуг натуральный. Так, он тоже жемчуг натуральный. И такие вот камни. Я не знаю название камней. Такой вот браслетик. Я его уже взяла себе, потому что мне нравится такой цвет. И мне нравится этот цвет. И я его взяла вот к этому кольцу. Кольца я покажу вам сейчас попозже. Такое колечко. Такой вот браслетик. Здесь металл идет другой цветом. Здесь он под серебро сделан. Здесь тоже, ну, такое, знаете, темное серебро. Его надо чистить. Это не серебро, просто под серебро. Металл. Нужно его почистить, и он будет блестеть. Камни здесь такие фиолетовые. Тоже интересные цвета камней. Перламутр там, не знаю, в общем, вам виднее. В общем, вот этот надо мне почистить, этот нет. Этот металл, я думаю, что надо почистить. Красивее будет смотреться. Вот здесь вот тоже обалденный цвет камня. Матово-прозрачный такой. Такие вот кабошончики. Это маленькие камушки. Они не то чтобы разные, они то же самое же камень, просто они идут какой-то чуть-чуть синенький, какой вот голубизной отдает, какой вот так вот. Это вот розовый такой кварц. Такой. Тигровый глаз. Это он мне подарил, продавец.
тоже черный камень грани. Чуть-чуть запуталась. Он такой розовенький камень. Очень красиво. Прошу прощения, если я тихо разговариваю. Просто съемки произвожу действительно поздно очень. Уже спать хочется. Вот этот подарил мне браслетик. Он уже второй считается. Застежечка такая. Вот. Это тоже он подарил браслет. Ну, мне не нужен, он просто... Ну, подарил. Вот такой вот браслетик у меня уже он есть. Вот он. Точно такой же. Да? А нет. Дизайн чуть-чуть другой, видите? Здесь вот такие вот пупырышки кругленькие. А здесь так кругляшки. Но камень тот же самый. Так, я уберу в сторону эту красоту. Пакет уберу. А еще, оказывается, я показала вам вот этот браслет. Видите? Если там был вот такой дизайн, да, если вы помните. Здесь вот так вот он чуть-чуть сделан. Жемчуг, камни натуральные. Почистить, помыть, блестеть будет. Почему-то красоту я сюда ставлю, в сторону. И завершающие я хочу вам показать кольца. В общем, вот это кольцо я вам показала, которое я взяла себе. И вот это вот такой массивный тоже камень натуральный, я тоже взяла себе. Ну, не знаю, просто понравился. Да, он большой, огромный, но мне нравится. Вот такой вот перстень. Пусть на мне будет, это время я хочу тратить. В общем, вот такое. У меня такие кулоны с такого камня есть. Формы. Вот так. Вот такой. Вот такой обалденный. Такой массивный, очень персин. Вот такой вот. Не знаю, лунный камень или это что? Холодненький, тяжеленький. Такие камни, как вот здесь, в браслетах. Вот этот тоже очень красивый, медовый. Вот такой вот. Бирюза. Вот такой цвет. Одинаковый, да? Только здесь окантовка. Другая. Обрамление, да? Вот это похоже на вот это. Тут
только форма другая. Здесь круглая, здесь овальная. Очень красиво. Такое. Камень точно такой же, как здесь. Где-то встречался мне такой камень уже. А ну вот, они все одинаковые. Вот такой медик. Змеюшка. И так вот стекло. Я не знаю, оно муранское, не муранское, я не знаю. Просто стекло. Стеклянное. Было еще там еще одно желтое, но оно было вообще маленькое размером. Все. Ну, на этом все, ребята. Если вам понравилось, пишите свои комментарии. Мне будет приятно их прочитать. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорой встречи. Всех люблю, целую. Пока-пока.